Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений, компания «Экспоазия». Сегодня мы с вами вместе посетили завод по производству металлообрабатывающих станков. В частности, пятиосевые фрезерные станки. Я вам показал само производство, линию сборки, склад готовой продукции и как это вообще все это дело собирается и происходит. Вот. Также показал объемы, поставляемые моей компанией станков. У меня сейчас в производстве находится 15 станков различных технических характеристик. Но, кроме этого, я еще хочу что предложить своим новым заказчикам. То, что мы работаем на контрактной основе, это как бы понятно. На контрактной основе у нас происходит оплата по безналу. Также предлагаем контроль качества на любом этапе производства. Мы это можем прописать в контракте или же можем в устном порядке. Гарантийный срок. Если большинство производителей дают гарантийный срок на свою продукцию до года, то вот на это оборудование, которое производится по контракту с моей компанией, мы даем гарантию до 3 лет. Еще раз говорю, до 3 лет вот на эти станки, которые я сегодня показывал, на них гарантийное обязательство наложено. Далее, весь интерфейс и программное обеспечение, если мы поставляем вот эти станки в Россию, оно обеспечивается на русском языке. На это тоже есть как бы видеообзор. Я полностью показываю, что весь интерфейс он на русском языке. Также предлагаем на вот эти станки гарантийное и постгарантийное обслуживание. По доставке данного оборудования мы также предлагаем шеф-монтаж данного оборудования. То есть мы вам не только поставили само оборудование, но также еще приехала бригада шефаков и вам полностью установила, запустила, сдала. И вы начинаете уже работать на своем производстве на этом оборудовании. Также можем предложить обучение на данном оборудовании вашего персонала. Вот, пока вот у меня все. Если у вас возникнут какие-то либо вопросы, вы можете всегда мне написать, позвонить, мы с вами пообщаемся, обсудим все вопросы. Всем хорошего дня, с уважением, Евгений.